Сотрудники Солодчинского лесничества проводят патрулирование, осматривают территорию, нет ли нарушителей. Елка, приобретенная незаконным образом, может омрачить праздник. Елочка стоит 200 рублей. Вы сюда придете, за нее заплатите 3-4 тысячи, если вы ее незаконно срубите. Это так называется. Наказание за незаконно срубленную елку зависит от того, кем было совершено преступление, размера дерева и его оценочной стоимости. Ежедневно участковые лесничие по своим маршрутам производят патрулирование. Вот. Также мы работаем с органами внутренних дел УМВД по Рязанскому и Советскому району области. Потом еще с главами сельских поселений мы также доводим информацию о запрещении вырубки новогодних елей. На стационарных постах мы также проводим рейды. Если нарушитель является частным лицом, его могут оштрафовать на сумму до 4000 рублей. Должностному лицу придется отдать за спиленную ель до 40 тысяч, юридическому до 300. Ну, в этом году еще у нас не задокументировано ни одного правонарушения по вырубке новогодних елей. Если срубленную ель оценят свыше 5000 рублей, то нарушителю может грозить не штраф, а уголовная ответственность. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».